Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем в мега крутую игру, ребята, под названием Uncharted 4. Путь вора. Мы в троечка. Я. А то есть Нейтан Дрейк. Сэм, мой брат. И Салли. Едем и покоряем руины. Я сейчас гляну, ребята. Я сейчас все гляну и все посмотрю. Наверняка сейчас есть куча способов сбросить горячий груз. Да, я люблю говорить с клиентами лично. Так надежнее. Это сложно сделать в чате, общаясь с мастером Азикларом 37. Да, понимаю. Так, ладно, я-то глянул. И что я нашел, ребята? Я ничего пока что не нашел. Но в перспективе залезть и посмотреть, что здесь. Что-то же есть интересное. Сокровище, сокровище. Музыкальная шкатулка. Оловянная. Певчая птичка. Пойдет. А что надо сделать-то? Покрутить, может быть, надо? Судя по всему, здесь все разломано, и уже здесь делать нечего. Ну ладно. Тачка-то стоит. Смотреть не на что. Во, точно он так и сказал. Ну? А, ничего стоящего. Давай, поехали. Давай назад. И можно так развернуться. Ладно, хоть мы на внедорожнике поехали. Нулевые шансы попасть под исключение. С нашей ты удачи. Нулевые. Он потом. Поверь, я первым делом прочитал все про состояние вулкана. И где все это врага, и что вы недавно. Не могу поверить. Ручной тормоз. Но не все же одному тебе быть все знать. Не, ну давайте, ребята, вы посматривайте хоть по сторонам. Что не над... Мост ненадежный. Да ты чё, он надежнее всех на свете. Только надо заехать. Вот ну, моя ласточка. Давай, 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 давай. Чё, не заехал, что ли? Все заляпало стекло. Да сейчас заедем, делов-то. Залез. Конечно, залез. 4 на 4 так-то. Только бы не свалиться. По мне. Держись посередине. Да, я понял. Советчика буду. Нормально. Все в порядке. Все нормуль. Вперед и вверх. Да, а как тут проехать-то? Мы тут застряли. Не, погоди, мы все равно проедем. Вот тут аккуратно. А нам, может, туда и не надо. Давай мы поехали вот сюда. Так, кажется, я разобрался. Ну-ну-ну, давай, 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 не туда. Господи, моя спина. Держитесь, ребята, все. Давай помоем тачку маленько. Тут опасно, падать не буду. А куда дальше-то ехать? Не, погоди, может, мы здесь что-то пропустили? Давай обратно вернемся. Или вот сюда надо? Не, сюда, сюда, сюда точно не надо. Ща Нейтан найдет дорогу. Да хорош, мы что, мы больше никуда не заедем? А как? Не, ну можно выйти, конечно, посмотреть.
Тут машина не пройдет. Должен же быть объезд. Какой-нибудь. Вон там дорога есть. Стоп. А как объехать? Не, объезд-то есть, только я пока не знаю, где он. Погоди, там спереди что-то есть. А, нет, это просто запрыгнуть на машину. А если я вниз просто туда свалюсь? Ну-ка. Вау! Опасно, опасная езда. Не, мы отсюда начали, а как я должен объехать? Как я, по-вашему, должен объехать? А, вон следы от машины я нашел. Пошли, все просто. Вот здесь внедорожник точно пройдет. Следы шин. Что-то здесь нет. Эй, посмотрите на холм. Там какая-то башня. Это радует. Вот давай нам туда идти. Виктор, Твой брат настаивал на внедорожнике с лебедкой. Значит, ты потратился на лебедку, а на подвеску денег пожалел? Это важно. Ну, а вдруг дождь пойдет? Дорогу размоет. Я вот зуб даю, что эта лебедка нам ни разу не пригодится. Все нормально, сейчас пройдем. А, смотри, держитесь. Вот здесь можно проехать. Куда, 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 не туда. Стой, мы, по-моему, обратно вернулись. Не, нам надо там забраться, я, в принципе, путь нашел. Давай, внедорожник тут нормально должен пройти. Вот здесь. Вот это путь, да? Классно. На обычной тачке бы не проехать здесь. Не торопись. Эй, давай помедленнее. Да. Я про что и говорю, не торопись. Не, вот здесь аккуратненько можно же. Во. И туда наверх. Как ты думаешь, Нейт, а зачем Эвери и прочим крутым пиратам было устраивать тут себе общую казну? Ради какой выгоды? Кто знает, ради сохранности. Уже преследовали англичан. Да, какое-то животное поползло, енот. Стоп, 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 давай наверх. Аккуратно, давай, 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 давай. Здесь как? Все, по-моему, прибыли. Не, ну нам как-то надо дальше проехать. Точно построили во времена Эвери. Погоди, есть веревка, можно привязать, прикинь. Кора содрана. К дереву что-то приматывали. В принципе, надо веревку, но она вон наверху. Если сюда намотать, ну-ка, подожди. А как намотать-то? Надо намотать, и мы сможем джип сюда вытащить. Ну давай наверх, главное, сходить, посмотреть, что там есть. Ух ты, а тут опасно высоко. Ну-ка, Сэм, давай-ка догадайся, как тут пройти надо. Пока не вижу, куда надо цепляться. А, вот здесь. Пошли по доскам.
Итак, что мы нашли? Ящик. А в ящике какой-то рог. Ну-ка, почитаем. Какая оловянная музыкальная шкатулка? Подожди. В общем, не знаю, что это было, но мы нашли сокровище. Так, как придумать нам затащить джип? Затащить джип. Погоди. Еще догадка возникла. Может быть, надо выше залезть? Что-то как-то здесь все просто. Может быть, как-то выше можно подняться, а? Ну-ка, ползи это все дело. Нифига. Ну-ка, Сэм, догадайся быстро. Там наверху ничего нету, так что смысла нету. Вот это что? Вот что-то. Смотри, это знак Кристофера Кондента, капитана огненного дракона. Его логово было на Мадагаскаре. Так может, Эвери нанимал пиратов? Но зачем? Чтобы они сторожили? Бред какой-то. Да, точно. Может, каждый капитан отвечал за одну башню и отправлял туда своих людей. В любом случае, это не последняя остановка в нашем турне. Ну ладно, а как это нам поможет пройти? Мне нужно найти веревку. Чем была привязана машина или что-то подобное здесь? Веревка есть наверху, но я не могу ее взять. Какие еще варианты? Найти другую веревку. Как? Как и где? Ой, как высоко. Внизу вон животняга. Надо искать веревку, потому что мы иначе не пройдем. Можно, конечно, пешком пройти сюда, но... Ни хренашечки, надо здесь на машине просто проехать. Как, может быть, трос на машине на самой есть? Давай спустимся. Ой, по говнишку. Салли, ну-ка давай. А, точно, есть, вот он. Серьезно? Я не знаю. Что будешь делать? Еще не придумал. А че, почему раньше-то мы не сообразили? Есть лебедка, привязали просто и все. Давай, обматывай. Цепляй. Вот так. В самый раз. Все, надо потянуть. Не, зацепи обратно. Не, надо, значит, в машину садиться и все. Сэм, ты где? Поехали. Я все заморал. Холм крутой. Ну, готовы? Попробуй. Мы сейчас сами себя на лебедке поднимем. Она, по идее, может быть, и накручивается просто, да? Ну-ка. Вот и все, она накручивается. Поехали. Спокойно. Видишь, Салли, лебедка-то пригодилась. Ну, проехали один ход. Пока она себя не окупила. Да сейчас я уберу лебедку, погоди. На успех. Я буду радоваться большим. Сейчас отсоединю лебедку и поедем. Куда ты, его обратно надо? А, все, смотал. Сэм уже сидит. Поехали. Вот и все просто оказалось. А здесь заберемся. Вот, все легко. Полюбуйтесь, Джек. Ой, гора красивая какая, а.
Не, ну правда, вид офигенный. Вы, богатые, преуспевающие пираты, бежали сюда, подальше от угнетения. А бедные угнетенные пираты хотели просто спокойно грабить в свое удовольствие. Нет, они мечтали стать свободными. Аккуратно тачку не разбей. Искать место, чтобы укрыться от общества, тут совсем нет. Стоп, туда не надо. Уже 100 лет едем к этому вулкану. Терпение, Виктор, терпение. Знаешь, как сюда прибыли пираты? Сначала из Англии в Бразилию, а потом обратно через Атлантику в Южную Африку. Давай прокатимся здесь, по-любому найдем что-нибудь. Бумажным картам и по звездам. А, нет, мы там были. Знаешь что, не учи кальмара плавать. Суть-то в том, что мы легко отделаем. Да. Все равно, это очень долго. Это что было за растение там? Так, бедная тачка уже. Как только мы ее не гоняли здесь. Ну-ка, давай, поехали, все будет хорошо. Не зря же нам джипаря дали. Прыгаем. А мы здесь не были еще? Стоп. Стоп, мы здесь не были, но куда идти? Эй, смотри, там пещера. Давай. Посмотрим. Есть там что-нибудь? Сейчас обыщем, может быть, что-то интересное есть. Сокровища. Какие шкатулки? Я не понимаю, что мы сейчас нашли. Нам не показывают, как называется. Ладно. Какого-то человечка нашли. И все. Больше ничего, да? А, ну, можно еще пройти вот сюда, наверное. Пролезу? Нифига не пролезу. Значит, обратно. Так, ребят, там делать нечего. Я готов. А куда? Следы от шин неплохие такие остаются, очень глубокие. Потому что колеса у нас огромные. Можно помыть машину в этой луже. Так, ну это ладно, мы приколы приколами, куда ехать-то? Давай наверх попробуем. Ну хотя, мне кажется, мы уже там катались. Ну ты полюбуйся. Черт, стой! А, вон. Вижу их. Дай-ка. Что там у нас? Ну что, военные шастают. Людин один? Ну да. Твою же ж мать. Похоже, нашли развалины колоний. Но не те, что нам нужны. И это хорошая новость. А какая тогда плохая? Они перекрыли нам единственный путь к вулкану. Ну, значит, будем брать врасплох. Что скажешь, Нейт? Сейчас разберемся. Ну, поехали, что там говорить. Делов-то. Сейчас врасплох застанем. Просто приедем в наглую. И все. Так, отсюда мы не заедем. А вот отсюда заедем. Здорово, чуваки. Вот они. Так. Куда? Прикинь, что началось-то, а? Отходим. Сейчас рванет. Что-то здесь бочек много всяких. Это опасно по таким... По,
таким бегать местам, где бочек куча. На. Сэм, ты ему тоже треснул, что ли? Давай, вот еще один. И еще один. Погоди, 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 вернись. Готов. Да кто ты там? Сэм, я вас спасу всех. Чего меня пнул? Отходим, 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 отходим. Не надо кипишевать. Ладно, вроде восстановился. Надо теперь разобраться с тем, кто тут фигней страдал. Это все надо убрать, потому что нам может плохо сыграть. Прибить могут. Тихо. Вот он. Все, чувак отлетел. О, граната есть. Погоди, там еще один наверху. Тебе конец. А как к нему залезть? Можно же к нему как-то залезть? Вот, я нашел, как к нему залезть. Здорово, братанчик. Ты еще жив? А все, никого нету уже, оказывается. А, нет, он еще выше. Я думал, он здесь. Ладно, хорошо, пошли еще выше. Вот теперь здорово. А, или он еще выше? Куда уж там выше-то лезть? Ничего себе, нам прям сюда надо, да? Все, пока. Отдохни маленько. О, черт. Идет подкрепление. Черт, не черт, зачем нам снайперка? Где они? Я очень высоко залез. А, вон они. Вот снайперка для чего. Есть. Готов. Мимо. Бочка. Кто? Кто палит? Где он? А, вон они уже стоят. Готов. Ну все, патронов больше не хватило снайперки, поэтому через калаш только. Разборки через калаш. Тихо, я чуть не упал. Ай-яй-яй, цепанись. Только зачем? Зачем это мне надо? Зачем мне так раскачаться? Мне куда-то попасть надо? Не понимаю, для чего? Не, вернись обратно. Можно же обратно вернуться? Да куда ты? Может, мне не надо уже наверх туда идти? А может и надо. Давай проверим, что может быть еще там наверху. Сэм, стой пока здесь. Вон. Ну это ладно. А зачем? Зачем мне, кажется, туда не надо мне? Я сейчас найду другой способ, как залезть. Пролезем. Ну-ка, выше, выше, выше. Вот тут мы не были. А, нет, здесь были. Это самая верхняя точка или можно еще выше? Я хочу на самый верх залезть. Вот самая верхняя, да? Или это еще не все? Да куда ты пополз? Ну-ка, ну-ка, маленько правее. И вот здесь подтягивайся. Все. Здесь что-то есть. Да пошел нафиг, а кто там? Все, поехали. Ой, пацан, тебе не повезло. Вот мы и попали сюда. Да,
Что толку, можно было просто спуститься. Рейхен один пригнали сюда целый табун народу. Несложно отыскать сокровища с такой-то толпой. Там грузовик впереди, пошли заберем. Или что? Они, видишь, мне предлагают, как будто бы здесь проехать. Не, ну хочешь, поехали на нашей тачке. Просто надо ли оно там, потому что джипарь, вернее, грузовик был огромный. А мы сейчас на джипаре. Ну поехали. Мы мост расчистили, в принципе, можем ехать. Во. Ну, здесь выдержит, наверное. Господи, инфраструктура у этих пиратов ни к черту. И как выбираться? Это что за хрень? Ребята, все. Так, что надо? А, надо... Я понял. Сейчас возьмем лебедку. Мы сейчас мост дернем. Поехали, садись. Давай назад. Дерни как следует. Ну. А если вперед? Видишь, назад слабо. Ну-ка. А, давай еще. Ну давай, 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 дергай. Сейчас сломается по-любому. Получилось. Одна есть, одна осталась. Давай вторую подвязываем. Ну и взяли бы грузовик нормальный. Чем мы вот фигней страдаем? Давай, Сэм, вяжи. Еще раз назад. И посильнее. Давай, 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 давай. Лебедка, Салли. Полезная штука, да? Я был не против лебедки, а против вымогательства. Вот, нормально теперь все. А теперь можно в грузовик пересесть, да? Ладно, походу им грузовик не нужен. Наша задача залезть дальше. Сэм, полегче. Да ё-моё, ну давай, надо разогнаться просто получше. Вот и все. Салли, как хорошо ты знаешь Тани. А что? Я подумал, может, позвонишь ей и попросишь отозвать своих громил? Ну да. А если мы предложим ей больше, чем Рэй? Нет, она так не работает. Она из тех наемников, кто берет деньги вперед. Так что у Рэйха преимущество. Смотри, наемники. Да, они пригнали серьезные силы. И очень близко подобрались к вулкану. И я об этом думаю. А что, если они уже нашли сокровища? Ну смотри, они тут все обнюхивают. Если бы нашли, то уже бы не искали. Да, да, ты прав. Поехали, разберемся. Может быть, они еще не нашли сокровища. Может быть, мы первые. Эй, сэр, хочу тебя спросить. Чем ты занимался в тюрьме? Ну, знаешь, в основном читал. Один охранник, похоже, решил меня исправить. Достал мне книги из библиотеки. Что читал? Историю в основном. Особенно то, что связано с Эвери и другими пиратами. На всякий случай. Ну да. Ну, знаешь, я читал, отжимался, курил, старался не лезть в разборки между бандами. И еще немного думал. В общем, это все. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, вот так, аккуратно надо. Ну, в принципе, хорошо идет. Я пытался. Просил его отправить тебе письмо до востребования. Я его не получил. Потому что начальник просил. О, черт. Видите дым? О, наемники, тише.
Дальше куда? Стой. Туда не надо, точно. Вот туда, наверх надо. Сейчас разберемся с солдатами. Где они там? Давай. Вот уже выходим. Выходим, разбираемся. Все нормально. Кто еще? Понятно, что они безмозглые. Где он там? А, все. Салли с ним покончил. Здесь можно наверх, кстати, будет залезть. А зачем? А зачем, чтобы было хорошо видно, да? Было видно меня издалека. Не, надо спрыгнуть. Ты чё там орёшь? Это было, конечно, небезопасно вот так вот наверх куда-то залазить. А чё они одинаковые все? Кто ещё? Так, Салли, ты чё там, от кого прячешься? Тебя кто-то обижает? Вот этот чувак. Сейчас, подожди, я разберусь. Класс. Вроде все. Все, больше никто не будет обижать. Предлагаю обыскать эту территорию и посмотреть, куда идти. Наверное, садиться на тачку, потому что мы все-таки путешествуем на машине. Поехали, наверное, надо дальше. Все прыгаем, ребята. Потому что мы разобрались уже со всякими чуваками, которые здесь были. Пещера. А мы сможем в пещеру заехать? Конечно, сможем. Чё так светло? Стоп. Ну, давай не будем никуда падать. Нам, мне кажется, надо наверх просто ехать. Сэм, про что ты там говорил? А, точно. Потому что начальник засел. Опачки. Да, аккуратно. И того охранника уже больше. Господи. Ну, отомстил, когда начальник решил посадить меня с Элькаса. Все вышло не так, как он. Сейчас заедем. Я, кстати, вспомнил. Много лет назад я тоже имел дело с Акасаном. Раньше, чем я встретил вас. О, правда? И ты еще жив? Не, нормально, кстати, едем вообще. Тогда он еще не... Все горы проехали почти. Видать, наемники что-то нашли. Не спеша. Ладно. Чуваки, вон опять. Эй, ты че сидишь? Раз. Выходим, пацаны, выходим. Выходим, будем так говорить с ними. Кто здесь? Кто здесь самый такой ушлый? Ты что ли? Так, это ладно. Мы сейчас зайдем с другой стороны. А, вот он ты. Как ты прибежал, так и полежал. Эй, Салли, аккуратно. Слишком вас тут много, двое. Я вам точно расскажу. Отвали от меня, понял? Кто еще? Кто там нарывается на меня? Вам, ребята, не получится так сделать. Да ты что, офигел, что ли? Где ты? Здоров, Чинка. Отдыхай, братан. Отдыхай. Ты устал сегодня. Все, ребзики, все готовы. Поехали, где джип? Может, грузовик уже возьмем, а? Вы задолбали на своем джипе все ездить. Пора нормальную тачку брать. Паранормальную. Паранормальная тачка. Так, куда ехать? Ну, пока так, по периметру попробуем. А, вот сюда, наверное. И куда-нибудь в горы опять въедем. Стоп. Что-то тут как-то опасно это все дело. Вообще опасненько.
Мы, конечно, спустимся, но надо ли туда спускаться? Мы, в принципе, забирались да, только. Вот. Тогда он еще не сделал карьеру в матче. Я продал его боссу и несколько японских гравюр. Ему нравились все крупные и все такое прочее. Альгасар был последний. И какой? Тихий. Ну-ка, погоди. Словно может взорваться в любую секунду. Ну, значит, он не изменился. Нет, мы что-то там не сделали по-любому. Поехали наверх. Короче, пират заходит в бар. Ну, начинается. И у него из мотни торчит штурвал. Так. Бар мне ему говорит. Эй, штурм, разворот. А пират ему в ответ. Разворот, яйцеворот. А мне нравится. И? Я тебя сейчас высажу. Кому не нравится, те выходят. Так, ну мне-то все нравится. Дальше что делать просто? Так, мы были там. И заехали сюда. Так, что, куда еще? Ну, погоди. Вот там, что за дверь? Вот это что за дверь? Ну это ладно. А, смотри, стоит грузовик. Стоит грузовик. Для чего он нам? Для чего? Может, в грузовике что-то? Ну-ка, давай залезем. Видишь что-нибудь? Так, я это понял, но проехать никуда больше нельзя. Залезть? Ну, наверх мы еще, по-моему, не ходили. Так, ладно, можно прыгнуть куда-то. Давай попробуем. Ради чего? Чтобы что? Чтобы вот так. Но я здесь бы и так спустился. Так, там следы. Это мои следы. Ну-ка, Дрейк, думай. Что мы здесь вообще забыли? И надо ли нам было сюда? Опять же, это все легко решается. Просто надо догадаться. А тачка где? А, вот тачка. Ну, пацаны меня ждут уже. А, вон туда надо ехать, ё-моё. Или мы приехали отсюда? Нет, мы приехали отсюда. Да, мы отсюда приехали. Ладно, пробуем еще раз туда вниз. Просто я, может быть, не совсем понял, куда там надо, да? Так, давай не будем торопиться. А если сюда просто съехать, получается, мы там были вообще или нет? Ну-ка я по горам поеду. А, вот сюда, может быть. Мне кажется, мы тут были. Или уже все местности уже похожи стали. Ну-ка. Тихо. Аккуратно. А по-моему, не были. Какие-то башни. Ладно, узнаем сейчас. Не, слушай, не были. И, внимание, стоп. Стоп, туда не надо. Что за столбы?
Причем, кажется, так вот все простенько вроде. А куда тогда? Куда надо? Неужто мы по кругу это все гоняем? Ну-ка, погоди. Не, мы здесь как будто бы и не были. Может, в этой старой развалине посмотреть? Давай глянем. Это хорошо, значит, мы еще здесь не были, правда? Так бы он не говорил ничего. Посмотреть, не посмотреть. Как туда залезть-то? Ног с другой стороны. Вход вообще зарос уже. А как я, по-твоему, должен залезть туда? А машина на что? Просто спрашиваю. А, подожди. Вот так. Вот так я должен залезть. Что-то должно отвалиться, и я должен где-то залезть. Не, не дает, прикинь. А как тогда? Ну, в тачку обратно. Так, пацаны, нам тут не надо. Сюда не надо. Давай дальше искать. Газу и поехали. Так, ну что тут скалы совсем начались. Скалы огромные, скалы. А, вот тут мы не были. Ой, как хорошо, вообще высоко забрались. Только назад чуть-чуть сдам. И давай второй заход. Стоп. А надо ли туда? И перепрыгнули я. Не, я перепрыгнуть-то смогу, поехали. Наверное, подальше разогнаться, если. Готов, поехали. Нет, не прыгает. Ладно, фиг с ним. Давай попробуем слезть отсюда. Черт! Да чё черт-то? Сам ты черт. Стоп, здесь я был. Или нет? Местность что-то вроде столбы-то похожие, а местность-то незнакомая. Ну, погоди, еще выше. Мы что-то все едем и едем. Подсказка. Стоп, 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 стоп. Слушай, ты видел? На вершине того холма вроде маяк. Да, нужно проверить. Так, а мы чё вообще ездим не там, где надо тогда? Вы затупы. Спускаемся надо вон туда, на холм. Скажи, как можно открыть глаза? Нафига мы полчаса здесь катались тогда? Я не понимаю. Вы чё, ребята, не могли сразу подсказать, что ли, а? Конечно, заедем сейчас, нормально все будет. Вот и все, вот и дорожка даже есть тут. Посмотрите-ка, что это? Тихо, 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 куда ты поехал? Сейчас свалимся же. Блин, я заехал неправильно. Давай, можно выехать. Вот так. Все, стоп. Да, вообще пора выходить. Я наверх. А что-то показали, нажать можно треугольник, но он что-то не работает. Ладно. А, вот, сокровище.
Ну, какая-то монета. Нужное, ненужное. Ладно, все продадим потом. Хорошо, дальше. Смотри, дальше-то что? За холмом еще одна башня. Наемников видишь? Ну можно вот, сказать. Надо на другую башню. А как туда теперь? А как? Просто вниз вот так, раз. Садимся в тачку и поехали. А так не видно, да, что тут башня еще? Все, пробуем как-то до нее доехать. Ну, давай, уже почти доехали. Ну, похоже, мы все-таки первые. Осмотрим все и идем дальше. Выходи. А, тут вообще смотри, какой разрыв. Как тебе нравится мост, Нейл? Тут вообще опасно, ребята. Такой мост нужен для того, чтобы что-то защитить. Например, сокровище? Возможно. Так, я понял. Ну, а нам наверх-то надо, нет? Я думаю, надо. Отлично. Эй, будь осторожен. Так, отлично. Все, сейчас левее маленько и пошли наверх. Посмотрю, что там наверху. Конечно, Дрейк, молодец. Вот так пропрыгаем сейчас еще выше. Эй, парни, за мостом стоит огромная башня. Высоченная. Вот тебе и на. Так, а что делать? Есть. Сэм, срочно это... Вот тебе доставка. А что там в ящике? Вполне! Живой? Да. Справишься? Угу. Ну, до скорого. Я подгоню машину! Я-то справлюсь. Что с ящиком делать? Опа! Ну-ка, подожди, надо что-то с ним сделать, с этим ящиком-то. Попробовать по-тихому стрельнуть. Еще одна бочка. Не, я, конечно, понимаю все, но ящик-то для чего? А, вон на джипаре нам туда, в гору надо проехать. Ящик куда деть? Подсказка. Да, механизмом управления мостом. А где у механизма управления мостом? А, вон механизм управления мостом. А, вот сюда его. Тогда все изи, надо просто наверх залезть. Давай крутанем. Еще раз. Ну да, отдыхайте. Давай. Я справлюсь. Ой, ну ладно. Ну давай, Дрейк. Сейчас мост надо разложить. А что-то они показывают. Не надо. Типа. Кто-то приехал, ребята, толпа целая. Капец на капец. Ну все. На что-нибудь вам, ребята, туда. Гранатульку какую-нибудь, а? Куда вы ломанулись-то, черти? На, получи. Кто там еще с прицелом пришел? Так, ладно, Сэм. Держи оборону. Сейчас будем с ними решать, куда они ломанулись. Видите, смотри. На вам. Я себе под ноги, капец, чуть не погиб.
Тихо. Так, нельзя бросать. Надо нацелиться было. Нормально. Во. Граната! Да вот вам, ребята. А что никого не унесло? Вообще не понимаю. Пошел нафиг, а? Стой. Эти с лазерами опасно. Они с одного раза могут выстрелить. Прибить. Так, а если я вон туда перепрыгну? Опачки. Кто тут? Чё не думай-то, блин? Снайпер. Сейчас я с ним порешаю. Ай. Все, готов. Еще один. Вот он. Да блин, куда ты полез? Да залезь он сейчас. Во, все, пошел нафиг. Сэр, держитесь, я сейчас разберусь с ними. И Салли еще. Салли, помогай. Ай-яй-яй-яй. Выйти из захвата. На. Салли, бежим. Куда, где? А, вот они еще. На тебе. Пошел вон. Пошел вон. Так, стоп. Залечиться надо маленько. Сейчас отдышусь. А, пока отдышусь, еще этому втащу. Готов. Так, это Салли, я думал, все. На кого-то нарвался. Так, ребята. Раз. Как дела? Два. Ты с кем там бьешься-то? Давай помогу. Хорошо. Сэм, держись. Получен приз, партнер. Вот это я понимаю. Партнер так партнер. Я ему помог. Стоп, внизу кто-то. Где ты? На. Так, следующий. Кто? Их реально опять дофигища пришло. Где? Где-то здесь бегает. Да где ты там, а? Стоп, или сзади уже кто-то фигарит? Конечно, вот он, блин. Ой-ой-ой, ты куда, чувак? Даже пока не сказал. Так, ладно. Дай-ка я пушку поменяю. Все, что ли? А, нет, еще не все. Еще вот такой есть у нас тут. Раз и все. Вот теперь все. Я не закончил дело, ребята. Я мост пытался там. Мост пытался все раздвинуть. Сейчас опустим мост. И они вмешались. Мне опять придется туда залезать и все это крутить по новой. Попробуем еще раз. Давай еще раз. Давай, Нейтан, давай, крути. Сейчас опять приедут нафиг. Да, хотя нам уже ничего не надо. Все, мы можем ехать спокойно. Погнали, Сэм, спускайся. Стой, куда ты? Там нельзя. Я там не пройду. Поехали, я знаю ход. О, гранату заберем. Ну-ка. Все, пора уже переходить на такое дальнее оружие. Ну все, мост открыт, поехали. Че, ребят, быстрей. А то наше путешествие уже затянулось, так сказать. Газку и поехали. Вот сюда залезаем. Нет бы сразу сюда заехать, да? Похоже, финал близок, а? Ну, близок. Конечно, финал близок. Сколько можно по горам-то кататься? Ой, высоко, очень высоко чуть не упали. Так, давай не будем в дерево вписываться. Ну, смотри, вот я думаю, куда-то туда надо. Тут еще статуи стоят из камней. Ай! Вон башня, нам туда надо. Все, придется вы... А, нет, я думал, придется выходить. В смысле попробовать стоило? Че, мы не залезем, что ли? Как так-то не залезем? Стой, а может там к дереву опять примотаться? Ну-ка.
Че осматриваться? Давай лебедку бери. Так, сколько ты ее должен отдать? Половину. Ща где-нибудь завяжем. Почему? Там. Ну точно, вон дерево. Все нормально, сейчас залезем. Лебедочка нас спасет. Все зашибенно. Я иду к вам, ребята. В лужу с говном. Садись и поехали. Все готово. Конечно, сейчас подтянем себя. Давай на лебедке мы вообще вылезем из любой ямы. Камень аж уехал. Тихо. Как так получилось-то? Без паники. Лебедка выдержит или нет? Что происходит-то вообще? Капец. Все, ребят, это все. Держи его. Сейчас. Что за хрень началась, я не понял. Ну как скорее, эта лебедка, главное, чтобы выдержала, иначе, прикинь, сейчас улетим. Че надо нажать? Ты как? Бывало и лучше. Давай, лебедочку. Держитесь. Лебедка хорошая, очень держит наш, крепко. Если не беси, да светится имя твое, да приедет царствие твое. Бережно. Вот и все. Да, об этом я расскажу своему мозгоправу. Получилось, ребята, у нас все получилось. Нет, но теперь явно будет. Смотать да лебедку. Все было под контролем. Тихонечко поехали. Вот здесь главное, чтобы мост выдержал. А то в тот раз все развалилось. Тихо. Да как так-то, блин? Давай по прямой, даже заворачивать никуда не буду. Просто как едем, так едем. Завернул все равно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да что за мосты-то такие? Трухлявенькие. Да, я почти разочарован. Почти. Все, тут мы дальше не поедем. Выходи, братва. Давайте искать вход. Вперед за сокровищем. Все, башню мы нашли наконец-то. Где же может быть вход? Здесь не войдешь. Вход завален, просто завален, и все. Вот еще какие-то ворота. Сэм, поможешь мне? Ага. Похоже, через подземный ход пойдем. Так, эти бочонки взрываются, надо аккуратно. И все, нам делать здесь нечего больше. Похоже, тут что-то есть. Сэм. Ага. Давай. Ничего себе, секретный ход. Черт, ну-ка. Тут кирпичи. Кирпичи, да, ну понятно, давай толкнем. Ну толкни кирпич. Так, подожди, а если бочонки эти? Ну-ка, отойдите, ребята. Отойдите все нафиг. Получилось? Ничего не получилось. Ну ладно, ищите тогда, думайте. Думайте, я уже вот придумал. Правда, нифига это нам не помогло. Что нашли там? Ну-ка, куда? А чё, может, тут что-то есть? Как открыть ящик этот? Чё они там засматриваются? Куда? Я ничего путного тут не вижу. Сэм, пошли дальше. Мне кажется, делать тут нефиг. А мы сейчас и не заберемся обратно, прикинь. Итак, вопрос.
Что здесь делать дальше? Салли что-то куда-то смотрит. Ну давай, я могу залезть попробовать. Погоди, ну сломать можно же. А если стрельнуть? А, стоп, а что у меня есть еще? У меня есть граната. Ну-ка, давай. Берегись. Отходим. Вот и все, делов-то, ребята, кирпичи. Что нам кирпичи? Испугались кирпичей, что ли, я не пойму. Все нормально, идем дальше. Я покрутить хочу. Иду, иду. Сэм, постой. Сэм, жди меня. Мы сейчас с Салли догоним тебя. Так, здесь что? Куда-то вниз. Сэм умотал уже или где-то здесь пока бродит? Ну, подожди, давай осмотримся. Может, тут что-то путное есть. Сэм уже ломанулся туда вниз. Бесстрашный братан. Салли с ним тоже. Ну пошли. Он поставил на карту все. Меня ждите, вы чё? А где Салли? Салли за мной идет. Не видно. Эй, парни, идем. Как он так быстро передвигается? Идем, конечно, идем. Сэм уже что-то там усмотрел. Посмотри. А, святой Дисмос. Снова он. Ну, что тут у нас? Еще знаки. Наш дорогой Эвери. Томас Тью, а это... Это Адам Волбридж, Джозеф Фарро, Ричард Вонд. Пиратские капитаны. Ну, пока твоя бредовая теория пиратского общака подтверждается. Ну, ладно. Посмотрим, в чем тут трюк. Надо кнопку нажать или что? Может, за руку потянуть или... Попробуй. Давай. Эй. Когда вам надоест обниматься с беднягой Дисмосом, посмотрите вот на это. Вот эта трапеция явно вулкан. Корона — это Кингсбэй. Перед нами карта, джентльмены. Виктор, ты просто гений. Слыхал, Нейт? Я гений. Да, да. Так, если мы вот здесь, башня совпадает со знаком Эвери. Выходит, остальные знаки? Это башня времен Эвери. Ну, то есть, сокровище в одной из них? Вопрос в какой? Я насчитал 12. Эй, Виктор. А? Ты ведь у нас не куришь сигареты, правильно? А кто курит? Похоже, мы тут не первые. Оберегись! Этого еще не хватало. Что за фигня? Они уже быстрее нас пришли сюда. Так, мне надо залезть наверх. Давай, чувак. Раз, два. Третьего удара не надо. Так, 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 так. Вот еще один идет. Давай, с ноги. Ах ты. Этот же такой крепкий. Блин. Да с ним не побороться никак. Ну-ка. Ребята, где-то у меня есть гранатушка. Гранатушка есть. Ну-ка туда закинем. Подходи, сейчас еще одну швырну. Вижу их. На. Как ты любишь, братанчик. Отлетай. Все четко получилось. Давай еще кто-то один тут был. Да чтоб вас. Давай, может быть, у него дробаш возьмем. Мне кажется, можно со вторым также побороться. На. Дробаш. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как жестко получилось.
Тихо. Тихо, не стреляй туда. Бам. Ой, что произошло? Кто фигарит? Кто-то больно фигарит. Салли, ну-ка ты посмотри там. Кто из них? А, вот этот, блин, пенечек. Надо сразу его убирать. Давай еще стреляй. Так. Ты что там? А, вот, надо помочь. О, вдвоем нормально мы его. Тихо, тихо. А, видал, как можно отстреливаться? Отлично. Получится? А, ему не получится тогда. Ладно, давай. Бам-бам-бам-бам. Накидали. Следующий. Пошел вон, а. Со своими гранатами. Следующий. А, этот дерзкий, подожди. Нет, 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 нет. Мы его так не поймем. Ну, у тебя отпадает вся броня сразу, да? Ты понимаешь, что не стоило вообще нарываться на меня. Так, где? Че там, что случилось-то? Надо хоть взять пушку нормальную. Че опять дали-то, а? Хорош, погоди, дай сосредоточиться. Кто здесь? Наш, не наш, наш, не наш? Наш. А ты не наш. Все, вроде тишина. Надеюсь, да. Ты как? Да, ничего, порядок. Сэм? Я здесь. Я. Ты что делаешь? Сэм, что ты у него там нашел-то? Черт. Ты смотри. Ну, фотку покажи, я тоже хочу посмотреть. Ну? Они тоже поняли про башни. Место расположения, знаки... Что теперь? Теперь? Да все теперь. Потому что нас трое, а их хрен знает сколько. И у них есть фора. Да, но еще не поняли, в какую им надо. Здорово, Нейт. Мы тоже. А мы знаем. Вот. Немного стерлось. Тут совпадает. Ты уверен? Вот это тоже подходит. А, черт. Все равно. Две лучше, чем 12. Ладно. Я бегу к этой. А вы с Виктором к той? Нет, нет, нет. Там теперь уже повсюду люди Рейфа. Именно. Это единственный шанс для нас. Нам надо разделиться. Да погоди ты секунду. Нейт, он прав. Башни на разных концах Кингсбэя. О, черт. Если нарвешься на клоунов Надин, дай нам знать. До скорого. Увидимся. Надо спешить. Пошли. Да. Спрятано у всех на виду. Но об этом, ребята, узнаем в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк вот видео. Наша башня. Ты правда думаешь, что клад спрятан прямо посреди рынка? Да это безумие. Подпишитесь на канал. Это правда. И нажмите колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. Всем удачи, всем пока!